Услышать каждого и взять ситуацию на контроль. Секретарь городского отделения партии «Единая Россия» Евгений Первушов провел прием граждан по личным вопросам. Зинаиду Павловну на прием привела пешеходная дорожка, а вернее ее отсутствие. Женщина живет в частном секторе, где по большому счету нет пока ни дороги, ни тротуара. Дождливую погоду людям приходится месить грязь. Не пытались как-то там скооперироваться, собраться? Вы знаете, вся проблема еще в том, что, как наш, говорит наш квартальный, он говорит, что в перспективе наша улица будет проездная, там туда-сюда. Вот, поэтому сейчас никто не заморачивается ни на какие капитальные там, дороги. Но мы не претендуем сейчас на это. Если бы просто элементарно, как раньше, засыпали нам крупным щебнем и потом укатывали все это. И замечательно было. Евгений Первушов отметил, что в мэрии рассмотрят такую возможность. С неожиданной просьбой пришла Татьяна Брускова. Она попросила муниципальный концертный зал для празднования 25-летия общества русской культуры. Решение было озвучено тут же. Зал предоставят. Более того, предстоящее торжество станет одним из первых событий в обновленном после ремонта учреждении. Такие приемы граждан Евгений Первушов проводит регулярно. Даты можно узнать на сайте городского отделения партии «Единая Россия».